Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Меня попросили показать мои цветы. Орхидеи, как я сказала, показывать не буду, я их уже показывала, ничего нового. Это вот, ну это еще старый лист, это у меня лаказия серебряный дракон. Вот такой, сейчас покажу. Ой, не зацепись, зацепился, вот такой кустяра. Видите? Вот. Я его еще не пересаживала. Посмотрите, как надо полить. Я чуть-чуть, если сверху, и вот тот поддончик. И сюда еще воду наливаю. Хотя у меня сейчас 68% влажности. Я еще опрыскиваю. Через день мою руками, вот так вот, вот под водичкой, мою листья. Вот. Это шкура дракона. У меня два экземпляра. Вот. На первом тут не так много. Тут тоже. А, это вот оттуда. От шкуры дракона. Вот. Так, тоже шкура дракона. Вот он. Новые листики. Красавчик. Смотрите, какой и цвет, и прожилки. Я вот от лаказии. Знаете, для меня она как вот искусственная. Не как настоящий, как искусственный цветок. Потому что, ну, нереально так природой сделать. Это ж посмотрите. Замечательный лист. Очень эффектный, красивый, прям 3D. Вот. Супер. И такое ощущение, что они разные. Вот тоже шкура дракона, да? Как-то они еще подразделяются, как-то у них есть разница, хотя была указана шкура дракона, видите, да? Даже вот если взять, вот, посмотрите. Здесь не так. Прямо темно. Оба не новых листочка. И вот, посмотрите, они отличаются. Мне кажется, как-то вот они разные, скорее всего. Так, это у меня Алаказия Инферналис, черная магия. Вот. Сейчас я. Такой чистый, чистый. Темные листья. Даже вот так вот немножечко, как кажется, как будто таким синевой отдает. Вот новые листочки нарастил. Вот еще лезет. Вот. Как-то неустойчиво, я его не пересаживала. Неустойчиво как-то. Стоит эта лаказия. Ну, что тут поделаешь? Так, дальше. Если уж по лаказиям, давайте, да? Медная лаказия. Моя зайка. Вот она тут и листочки-то нарастила. Мое солнышко. Моя ж ты девочка любимая. Вот. Какие-то старые она у меня, видите. Долго отмирают листья. Это вот плохо так раскрылся почему-то. Такой, ну какой цвет, да, невероятный, невероятный. Потом вот тут у меня две алаказии, я давно тогда покупала, они маленькие были, я когда их поставила, они еле-еле из этого горшка вылезали, вот смотрите. Бузите, мойте, маленькие два листочка такие вот. И посмотрите уже, кто это? Это может быть, конечно, алаказия Полли, но что-то у меня такие сомнения, не знаю, посмотрим. Кто вырастет, тот вырастет, потому что я вот не пересаживала. Лаказия написана амазонка. Ну, посмотрим, амазонка ли? Ли? Посмотрим. Вот две такие лаказии амазонки. Вот. Дальше у меня это то, что я покупала. Давайте мы вспомним название. Потому что название такое... Ксантосома линдона.
Линдена 850 рублей. Я тогда ее покупала за эту цену. Вот такая, вот такой лист красивый, шикарный. И такой настолько вот эффектный хочется. Вы знаете, мне напоминает малахит. Вот он красивый, с прожилками. Такой интересный камень. И также этот лист такой же, как малахит. Вот он стал, видите, он любит высокую влажность. Я хоть его сегодня, вчера протирала, сегодня снова их протру. Все свои лаказии, зайки. И вот... Где мне еще одна лаказия? А, вот она. Это вот, которую я в прошлый раз покупала лаказию. Она мне все листья отсушила. Все, дала два листа. Видите, все равно начинает капризничать. Почему-то лаказия поле какая-то капризулька. Я купила другой. Ну, там она мне обошлась как-то недорого. Другой, посмотрите, она продолжает. Я уже не знаю. Ну, такая... капризулька, все остальные все прекрасно это, но будем надеяться, что она у меня как-то вот все-таки приживется. Эти лист, но она тогда его, я его покупала, он такой был скрученный, видите, как плохо раскручивает листочки. Вот. Это лаказия. Не помню, какая. Лаказия, по-моему, даже не было написано. Так, лаказия красиво, тоже так особо не радует, не могу сказать. Но это у меня ледобурия. Убрала ее с восточного окна, стала капризничать. Поливать этот цветок надо раз в месяц. Вот я ее поливаю. Видите, остались там клубеньки, дала подружке. Ну, вот, пересадила вот все, что осталось. У меня такой куст был нарощен. Это вот убралось с восточного окна. Надо обратно, что ли, ставить. Но там места нет. Это две фиалочки, которые я маме отдаю. Там все подружки отдала уже. Здесь у меня... Я вчера такую большую работу провела. Пересаживала. Это... Дай бог памяти. Ой, я не полила вчера. Не полила, надо полить. И эписция. Вот я посадила и не полила. Эписция. Вот тоже пересадила. Мне написали, что типа не любит. И ахименос, и эписция. Вот такой вот зеленик. Видите, там вот она, чтобы она корешочки дала, потому что мне ее... Когда купила, она так немножко подвытянулась, и я решила, думаю, нет, вот так вот ее прищипну, может быть, она начнет как бы... Ну, корешки она даст, обязательно даст, и она как-то это самое приживется, все будет с ней хорошо. Я точно знаю. Вот такая вот у меня осталась раз фиалочка. Это лавандовая сказочка. Сказочка, сказка. Потом вот это... Я же говорю, у меня это какая-то сортовая, точно не знаю уже, потому что моя Матильда, она же все там, когда роняла и какие-то, все, кто из них, вот ее я не знаю, как она называется. И последняя фиалка, которую я оставила, которая не тронута, вот та, она как бы возрождалась, как говорится, из пепла, да, феникс, блин. Но вот эта красивейшая, она у меня цвела всю осень, всю зиму, такими неоновыми, голубыми, сиреневыми цветочками. Не сказочная, сказочная фиалка. Я вот ее тоже оставила. До нее она стояла у меня вот там в углу. До нее это Матильда. Так, а что мне здесь? Наверное, не это. До нее она не добралась. Да, вот он сорт указан. И поэтому она мне такая. Вот, а вот эта лавандовая сказка, бедненькая, боже. Как она с ней игралась, с этой тоже. Вот она возродилась, слава богу, да. Это вот, стоп, я на предыдущей выставке покупала пиццу. Ну, красивый лист, невероятно красивый. Это стрептокарпус. Так, тебе что ли тоже надо полить? Не, не надо. Это у меня первый экстракарпус. Стрептокарпус первый. Я надеюсь, последний. То есть я больше как бы не хочу. Мне он понравился именно своей красотой цветочка. Посмотрите, ну красота, да? Вот такой вот. И он небольшой. Я как бы не хочу крупный, да? У меня крупных цветов и так много. Какая красивая писция. Сейчас покажу вам сорт. Не ее, вот он, сорт.
Невероятно. У него не такие красивые листья, как, да, как бывают у писы. Но вы посмотрите, он, во-первых, крупный цветок, вот если можно заметить, крупный, красивый сиреневого цвета. Вот. А писцы в основном они цветут такими красными, такими оранжевыми цветочками, а это такой крупный. Даже вот сейчас я... Ну вот она уже, конечно, по-моему, отцвела тоже писца. Так сорта тут нету. Вот можно обратить внимание, видите, она отличается как красивый такой, с красотой листьев. А вот тут просто зеленые. Но есть, хочу сказать, тоже там красивые цветы. Например, красный с такими какими-то прожилочками. Ну вот, и листья при этом красивые. А это вот, вот такая вот эписция. Так, это у меня 4 штучки должно быть здесь. Да, 4. Это у меня пассифлора маэстро. Вот такая пассифлорочка. Так, это у меня какой-то жасмин. Что-то не очень хочет расти. У меня там есть жасмины, прекрасно растут. А это что-то вот он вот так стоит и стоит. И стоит. Нехороший. Ой, обожаю вот это вот... Да, конечно, Жаклин. Это не Жаклин. Я ее тоже уже пересадила. Это колотеечка Fusion White. Вспомнила. Тоже приходится каждый день я ее под струей воды протираю, опрыскиваю. Надеюсь, я с ней подружусь. Но как-то вот так вот. Вот. Уж больно она мне понравилась. Это тоже колотеечка, сорт не знаю. Вот этот вот лист, вот этот справа лист, он как я его покупала, он сразу начал портиться. Вот. А вот слева нет, был хороший. Там лист, да, лист лезет. Вон. Тоже протираю каждый день, вот, чтобы только она была здорова. Вот еще колотеечка. Я видела, как в одном обзоре замечательно, так вообще колотея. А, вот очень похоже вот на эту, но у нее уже взрослая была, то есть листья сверху, а по земле не стелятся, как бы вот такой они низенькие, белые красивые цветочки. Они меня настолько впечатлили, что я захотела такую колотеечку. Я не уверена, потому что когда я ее покупала, это была колотея микс подписан. Никак там было указано. А, колотея... Это я сейчас не вспомню. Дальше у меня это не знаю что, хотя написано просто алоказия Жаклин. Ну, я не уверена, потому что у меня две алоказии погибли, когда я пересаживала. В этой пересадке участвовала Мотька, я отнимала цветы как могла, клубеньки вернее, да, она мне там поперепутывала, и я не знаю, что это. Но это, скорее всего, не Жаклин. Скорее всего, что... А может быть, даже Жаклин. Тоже она мне вот игралась вот этими вот, скажите мне, клубинками. Это скульптор. Вот у меня погибла Жаклин и скульптором. Вот это вот скульптор. Это точно. Стой. Вот еще. Какая-то. Да, плюшинка. Тоже. Ну вот. Они мне сначала стояли в тепличке, потом я решила, думаю, хватит, потому что они стали подпирать вот в этой. Так, это главное не забыть мне полить. Плюша, не лезь. А, здесь тоже у меня. Сейчас. Тоже. Вот такая вот алоказия растет. Ну, пока не подпирает. Не подпирает мне ничего. И я спокойно. Тут у меня кто же вы? Кто вы? Радость моя и сладость. Ну вот так, да? Вот так. Да, покажу, как у меня растут 4 детки орхидеи. Были совсем усипусенькие. Вот они какие уже подросли. Видите? Такие вот маленькие. Пусть стоят. Это, по-моему, у меня детки. Ой.
в голове вертится сорт. Ну, что вы хотите? Попросили мне показать мою коллекцию, я вам показываю. Но все названия, знаете, я не особо так это... Есть и есть. Я любуюсь и любуюсь. А как там, что там? Вот, прочитайте. Она совсем обнаглела, да? Серос рыжеватый. Вот он такой вот. Я его еще не пересаживала. Я все думаю, куда бы его... Кем бы, кому бы его подселить, кому бы его подсадить, чтобы он понизу там разрастался, а сверху была другая листва. Ну, как бы так бы, знаете, место сэкономить. Также я покупала, так же, что такое, на выставке. И не подписала. Это Эпипремно Марбл Планет, вспомнила. Два экземпляра. Вот он мне, вот этот листочек он мне нарастил уже дома. Вот. Такая вот умничка. Второй экземпляр не наращивает. Он... А нет, вот у меня сончик, и моя зайка, рыбка. Вот этот он как бы отсушил. И вот сейчас вот лезет. И прям... Он мне покорил своим листвой. Вот такая вот красотка, пипеточка. Так, там у меня то, что я покупала. Так, это хоечка. Вот. Хоечка такая красивая. Надо будет ее пересадить. Не пересадила. Вчера какой-то тяжелый день был. Вот тоже хоечка. Вот. Вот она. Видите, наконец-то дала мне. Вот отросточек такой лезет. Тёнечка такая. Это вот я в цветочном магазине. У нас есть все для цветов магазин. Я вот там вот покупала. Это хоечка Лиза. Лиза, да. Вот она мне тоже стала расти. Вот такая девочка. Вот. Там хоечка. Вот это капризничает. Это хоя Корнеза Кримсон Квин. Капризулька. Сидит такая вот. И не растет. Понимаете? Так. Это у нас Стефанотис белой варикатности. Посмотрите. Долго сидел. Я покупала его зимой или в декабре, или в январе. Сидели два листа вот этих боковых. И не шумели. А потом месяца через три. Смотрю, лезет красота моя. Невероятная. Я так рада. Этому. Это вот то, что мне дали отросточек. Это с патифилом варикатный. Вот. Такой небольшой дали отросточек. И посмотрите, как он у меня уже подрос. Это вот то, что жевала. Она как бы пробовала на вкус, видите, вот поедены. Потом пришлось убрать. Матильда. Она у меня все. Начинаешь пересаживать. Она, я говорю, принимает активное участие. Ей все надо. И обязательно попробовать, а вдруг что-то вкусное, интересное. Ну вот, это вот хоечка тоже. Сейчас покажу, какой сорт. Покупала на выставке, помню, у Екатерины. Вот сорт. Да, понятно вам? Это написано было Екатериной, поэтому... Ой, не падай. Ну надо же, теперь это не воткнуть. Нет, чуть-чуть получилось. Вот тоже стало расти. Очень мне лист у нее нравится. Красивый такой, варикантный. Ну, я думаю, вы заметили за мной, кто давно меня смотрит. Варикантность я люблю. Вчера Хименес пересаживала. Это у меня подписано оранж какой-то. Это тоже Хименес. Ну, не цветут, что тут. Это яичница. Все. Кто же ты? Вот все время помнила, я обожаю этот. Ну, сейчас я сама себе напомню. Сейчас. Это сингониум. Вот такой красивый. Это мне тоже подружка давала отросточек. Она мне все сингониумы. А нет, я, по-моему, 2 или 3 сингониума купила. Остальное она мне все давала. Там пересаживала. Это цветок. Сейчас у меня таких 2. Оба купила в 7 цветах. Philodendron Ring of Fire. Сначала купила вот этот вот большой экземпляр, шикарный.
А вот этот вот маленький. Посмотрите, маленький какой красивый. Вот такой вот маленький, дудаленький. Это вот уже большой, сколько он мне уже нарастил. Его надо тоже пересаживать. Красивый лист. Вот. Она мне его роняла. Я же говорю, она охотилась. Сейчас у меня фиалок нет. Я когда подружке дала, она мне все, и маме там, вот, все забрала, потому что, я говорю, посмотри, я ей снимала, показывала. Она говорит, крови сердца обливается. Я говорю, да, говорю, обливается, потому что на это смотреть очень сложно. Это у меня тоже ахименос. Там у меня стоят водички, размножаются, наращивают, вернее, крышочки наращивают. Скажите мне. Эписцы. Я как-то на выставке покупала плекрантус. Варикатный, ароматный. Вот такой вот. Верхучечку я отрезала, потому что у него поперли детки. Надо, кстати, полить. Поперли детки. Сейчас вам покажу. Вот как бы сейчас материнский я его голову куда-то поставила уже. Вон он у меня. Так, подобраться надо. Вот он. Голову оторвала. И поставила водичку. Дали корешочки, посадила. Ой. Вот. А это вот снизу детки поперли. Видите, там ствол. Вот. Покупала. Ой, аромат стоит. Покупала с белой варикатностью, но он у меня погиб. Почему-то не выжил. Вот, польем. Это у меня ахименосы. Там у меня вот это вот еще растет глоксиния. Так, это ратия. Ратия аромат. Блин, землинок сыпала там. Ратия ароматная. Что мне в ней не нравится? Видите, тоже вон покусана. Я говорю, у меня эта хулиганка. А, зорница. Вот. То, что она держит цветок вообще недолго. День, по-моему, только цветет. Вот тоже это эписта шоколадная. Вот. Ой, господи, кто-то. Ну, я думаю, многие поймут, что это за цветок. Все вылетело из головы. Не поймаешь свою мысль. Вот. Это вот обрезала клеродедрум. Ну, вот какие-то. Вот один только прижился, остальные веточки не прижились. У меня клеродедрум хорошо. Это тоже глоксиния. Там мне дали хою. Какую хою, что за сорт, не знаю. Вот они, видите, какие листики красивые. Так, это прям под лампу. У меня 50 ватт лампа. Здесь также мне дали отросточки. Вот такой красивый. Ну, я его опрыскивала. Это тоже вот этот, скажите мне, Monkey Mask, это Монстера. Тоже отросточек. Это я покупала на выставке фиалок Монстеру. Вот она мне долго сидела с этими двумя листами. Я разно пересаживала, пересаживала ее в разный грунт, потому что тут все не нравилось. Нарастила мне лист, но вот пересадила минеральный грунт, ей не понравился, она отсушила. Сейчас вот в другой уже, на фитильный полив. Вода есть. Ну вот, и вот она мне дала новый листик. Все хорошо, там вот еще листик. То есть экспериментирую как могу. Это вот наращивает мне, умнички. Вот. Так что там корешулечки скоро посажу. Тоже. Ну, очень красивый лист. Смотрите, какой. Вот. Вот там у меня с ритей. Ой.
сириса японская, махровая. Покупала не махровые, две варикатные, она у меня погибла. А вот это вот выжила. Это у меня хоечка. Нет, это нет, хой-хой, это хоечка. Тоже на выставке покупала, вон как стала расти. Умница какая. Вот. Ой-ой-ой, посыпался грунт. Все, уже засрала. Это вот на выставке я вот недавно покупала, тоже вот красненький листочек. Перискея. Шиповатая. Блин. Как я уже рассказывала вам, да, когда показывала, что купила на выставке. Что я никогда не буду покупать. Ну, правильно не говори, не зарекайся, да. Что это кактусовая. Это единственная кактуса, вот эта перискея из рода кактусовых, которые вот у нее листочки вот такие обычные, не как обычные кактусы. Вот. Против света там, конечно, снимать не очень удобно. Придется каждый экземпляр отдельно, потому что у меня там наверху, ну, может, так по-быстренькому, что все. Потому что цветов много. Это вот сингониум, который покупала в семи цветах. Такой вот маленький экземплярчик. Это вот жасмин. У меня вот такой вот тоже стал расти, даже можно видеть, и второй кустик вот появился у него. Такой тоже на выставке покупала. Вот это у меня эпипремнум или сендаптус. Подружка давала небольшой тросточек. Вот такой вот вырос. Да, можно было бы вообще на кухню повесить вот так вот на стенке этой красоты. Надо будет потом уже озадачить. Это же лиана. Это у меня клеродендрум ноте. Тоже покупала на выставке. Был небольшой кустик. Вот. И вот он так разросся. Как понесся расти. Красота моя. Давай цвети. Цвести. Период. Давай. Показывайся. Свою красоту такими беленькими цветочками, по-моему, он цветет. Это филодендрон Флорида. Видите, ему надо, конечно, он такой красивый лист большой. Тут он мельчит. Все потому, что ему нужна опора. И опора непростая, а с мхом, чтобы, потому что он как бы по листочку наращивает корешочки, они в эту опору, соответственно, влажный мух туда, то есть там сетка делается, в сетку мух сверху поливается, чтобы мух это был влажный. И он как бы по этому опоре, как говорится, корешками цепляется и растет. И тогда листья у него не будет мелкие. Но это пока вот маленький, пока, видите, новые стволики вон у него полезли. То есть этого не было при покупке. Вот. Был один лист, видите, вот он. Но он при покупке, вернее, не при покупке, а когда я его переносила, как-то так получилось, в общем, сломался. Принесла домой, а он сломан. Вот такой филодендрон. Это сингониум брокант. Брокант, как правильно. Вот. Тоже опрыскиваю. Надо вот сейчас помыть листочки. Такой вот сорт. Это вот сингониум неон или неон. Также покупала 7 цвета, даже он тут 970 рублей стоил. Вот, еще не пересаживала. Действительно красивые неоновые листья. Прюша, это тоже жасмин. Покупала на выставке. И, кстати, очень любит воду. Опрыскивание. Как что, не по нраву. Вот эти отсушивают. Жалко, что девочки не подписывают именно сорта. Не все это делают, к сожалению.
Поэтому начинаешь искать, там что-то выискивать. Название. Ну, вот так. Это глонема Мария. Тоже мне давали отросточек. Подружка. Ну вот, Танюшка. Вот так вот. И она мне подросла хорошо. Я не помню, там даже, по-моему, два было всего листочка. Или сколько она мне там давала. Вот он как хорошо разросся. Посмотрите. Один цветочек. Второй вот бутончик. Вот. Там уже листочек между ними. Надо обрезать, чтобы яркость, красоту листьев она не уменьшила. Надо, как говорится, убирать. Но она первый раз у меня цветет. Пусть процветет. А потом я уже в дальнейшем буду обрезать, конечно. А сейчас что-то очень жалко. Но листья красивые очень. Да, как прочитала, глонема не любит, чтобы ее переставляли. Вот и она мне стоит в одном месте, так и стоит. Так поливаю. Сейчас вот я вынесла, потому что там неудобно. Было бы разглядеть, мне высоко стоит, далеко на все смотрит. Вот, вот такая девочка красавица, глонемочка. Это клеродедрум угандийский, скоро зацветет. Вот, видите, вот кто-то еще, он маленький поехал, это росточек, а, не видно вам, вот. И вот он. Этот кустик и скоро зацветет, должны быть красивыми синими такими цветочками, как похоже на бабочки, должны быть клеродендрум угандийский. Так, а я не поняла, или это что-то нормально, в общем, не знаю, как он, надеюсь, все будет хорошо. Любит водичку, почти каждый день поливаю. Это клеродендрум Томпсон. Купил у метро у бабулечки. В таком грунте мокром был, тяжелым. Я его пересадила. Надо уже вообще горшочек был такой небольшой. Но настолько тяжелый цветок. Там была одна земля, не знаю, садовая, наверное. Я его пересадила в другой. А, тут так распустился, смотрите. Полностью. Вот. Это вот это как фуксия. Она, это уже показывает, что она цветает. Покупала я цветущим у нее. Вот в мае. Вот этот был веточка, была веточка. Ну вот, здесь она была такая небольшая. Видите, она как была обрезана у нее. И с этой обрезки. А, вот эта вот веточка была. И с этой обрезки, видите, новый. Надо будет тоже начеринковать. Пока тоже вот один клеродендрум черенковала, но у меня только одна, как я посмотрела в интернете, типа надо вот так вот, вот обрезать по самой вот это не балую, чтобы как бы вот так вот, да? Вот так, вот так, ну вот, вот, вот так и так сажать. Ну вот у меня там сколько было? 5 штук, и только из 5 штук один укоренился. Я вам показывала листик. Пока я еще не умею этого делать. Но сделала, вроде как показывали на видео. И вот только получилось с одним листочком. Ну, смотри, с одним между узеньем, или как он-то это все называется. Потом у меня еще несколько глосений, но они не цветут. Я вам показывала, как они у меня цвели. А сейчас вот зацвела вот белая, которую мне подружка отдала, глоксинию. Вот. И вот она таким каким-то кустом. И вот зацвели. Непонятно, что с цветочком. Но эти с ними все хорошо. Вот так, такая белая. Ну, пока 3 цветочка. Это Калатея рубифолия. Ну, правильно я называю. С ней я, конечно, намучилась. Я купила такой нормальный кустик. Не слишком большой. Ну, где-то среднего размера. А, стала на мне все листья сушить. Я в один грунт, в другой грунт, в третий грунт. Все ей не нравилось. Пересадила, видите, минеральный грунт и поставила на фитильный полив.
И вот она мне дала лист вот такой вот. И смотрю, еще начал выпускать еще один листочек. Я думала, что она мне все погибла. Но вроде, ой, извините. Ну, вроде вот минеральный грунт ей понравился. Ну, Калатея. Это хомоламина камуфляж. Сейчас помыла ее. Руки мочу и как бы притираю руками. Так, тактильное общение. При этом я нахваливаю ее. Потому что, видите, вон новые листочки появляются. Умничка. Так и полить надо. Корешулечки стали так, видите, выползать. Потом пересажу. Вот, вот такой красивый лист. Камуфляж. Это вот я при переноске домой повредила. Вот. Вот такой красавец. Это Monstera Silti Picana. Это я тоже все, и предыдущий цветок, и это все в 7 цветах покупала тоже. Вот видите, помыла. Ну вот, листочки. Пообщалась. Похвалила за новые. Поставила пока такую опору, но надо также ей, чтобы она по ней ползла. Вот. Чтобы тоже была красоточка. Шикарные листья, люблю такие. Вот. Такой интересный кустик. Видите, по опоре не ползет. Я уже ее направляла. Нет. Ну, я так понимаю, надо ее как бы прищипывать. Приделывать, прикреплять, вернее, к опоре. У меня есть чем прикреплять. Вот. Ну вот, сама она ей не заинтересовалась. Я часто видео в 7 цветах показываю сенсеверия. Я говорю, что вот такая у меня есть. Вот она. Это вот моя сенсеверия. Вот она. Такая красотка. Неубиваемая. Бывает, забываю полить. Полью. И все хорошо. Вот тоже помыла. Это вот мой эпипремнум, о котором тоже говорила. Что мне дали два кустика. Вот, тоже надо помыть. Опрыскиваю. Ну, вот, сейчас повод помыть. Вот. Такой красивый цвет у него. Такой салатовый, яркий. Смотрите. На опору поставила. По опоре стал ползти. Вот. Это Monstera Minimum. Мне прислала Оленька. Я вам скидала ссылку на ее канал. Она также продает растения различные, садовые, домашние. Вот, вот такая красоточка. Видите, она мне дала одного-два листочка. Она вырастает небольшой. Это большое ее преимущество по мне. Очень красивый, сразу резной лист. Красота невероятная монстерочки этой. Это вот, как я говорила, про сингониум, который вот мне дала моя подруженца. Но он большое ей спасибо. Сингониум конфетти или милки конфетти. Вот. Вот такая красоточка. Еще эти сингониумы не пересаживала. Тоже вот она мне. Сингониум Green Gold и сингониум Венделанда. Вот она. А, та не яичница, а Венделанда. Ну вот. Вот как вы думаете, что мне с ними? Наверное, обрезать и переукоренить, потому что видите, какие они. Вот тут вот обрезать, наверное, да? Она даст корешочки вот так, чтобы кустиком посадить. Вот это. А это тоже. У меня там уже я вам показывала. Чуть-чуть я подумала, что это яичница. Нет, яичница другая. И вот тоже вот ее вот тут вот обрезать и пересадить вот такие ветками сингониум. Не, ну красота. Страшная сила. Это сингониум Red Sport. Вот один, который я пересадила. Который мне Танечка дала. Вот. Красивые листья. Я его к земельке, он там вот. Ну, пока в землю. Сверху надо опрыскать. Тогда, может быть, почки там что-то проснется и корни полезут туда.
Вот, вот такая красота. Листья невероятные. Так, потом еще один сингуним. Вот такой вот. Опрыскала новый листочек. Видите? Какой красивенный, варикатный. Ну, тоже, наверное, надо почикать, чтобы дал так, чтобы не палкой, а вот веточками рос. Это филодендрон Pink Princess. Покупала в 7 цветах. Уже был вот на фитильном поливе. Вот такой горшочек я его не пересаживала. Видите, вот эти такие веревочки я сажаю в другое. Надо воду заменить. Вот. И вот такой великолепный, красивый окрас в это филодендрона. Это вот старый лист. Надо вот его убрать. Видите, такой красавец. Вот. Тоже ему нужна опора. Видите, вот это вот корешочки. Желательно также, чтобы он полз, рос, полз по мху. По такой опоре. Вот. Это сингуниум ножколистный. Тоже Танюша мне давала. Это вообще такой, вон, смотрите, варикантный лист пополз. Какой-то странный. Ну, тут тоже вот молоденькие такие вот вылезают. Что такой большой. Такой вот красивенный. Это Анториум кларинервиум. Ой, тяжелый красавец. Это он мне выпустил два листа. Один нормально распустился, а другой, видите, так... Был скрюченный, непонятный. Я его покупала, уже был такой вот в собранном виде, закрученный. А раскрутился таким вот образом. А вот этот нормально тоже. Мою листья. Красивые, яркие, обалденные. Вот такие вот, такой кустик. Вот. Это филодендрон плавмани. Красивый лист. Тоже сейчас помыл. Вот. Два листочка. То один так вот. Смотрите, портится один вообще. Все. Убираем. Ай. Тоже что-то капризничает. Новый ростов не дает. Поставила его на фитильный полив. Вот. Буду наблюдать. Ну и наблюдаю за ним. Лист красивенный. Смотрите, вот так у меня разрослась эписа. Здесь два сорта. Смотрите, какая красота. Вот так они в основном цветут. Вот такими красивыми, яркими красными цветами. Вот и лист мне очень нравится. Вот так вот разросся. Там листочки надо убрать. Смотрите, какой красивый. Листья, конечно, у них. Да и цветы тоже. Да, и когда их сажаешь, как я обратила внимание, что же, знаете, первый раз я с ними столкнулась, с эписциями. Когда сажаешь маленький горшочек, они вытягиваются. Вот посадила изначально больше, чем сам цветок. И вот он, посмотрите, как разросся. Усы я удаляю у растения, которое она выдает. Или укореняю, или выбрасываю. Тоже от настроения у меня. Выбросить сложнее. Вот. И он кустится тогда больше. Тут эписция такая. Вот тоже эписция. Не нравилась ей маленький горшочек. Я ее пересадила. Вот. И немножко ее, она, конечно, подзамерзла тут у меня, когда у нас было тут прохладно. Есть любители открывать окна. Вот. Так листочек подзавернулся. Это Замиокулькас зензи. Я уже его пересаживала, мол, совсем малепусеньком горшочечке. Вот такой вот красавец. Подрос немножко. Но особо я не вижу роста сильного. Ну, так он и маленький, карликовый. Тут тоже пересадила.
как могла закрепила, чтобы оно там корни дало, тоже два разных сорта, это можно видеть, с красным, с таким зеленым отливом листья. Это пока не пересаживала, так надо будет тоже удалить эти усы, тоже писца. Она голубым цветом цветет, красивенная моя красоточка. Вот. Тоже надо будет пересадить побольше горшочек. Тоже синеньким цветет. Вот озорница и безобразница. Вообще не хочет расти. Вот вообще лист у нее такой интересный, посмотрите. Прям такой волосистый. Не хочет расти. Вот сидит такая пипетка. Он говорит, ты пыжишься, хоть пыжишься, тушься, нарасти мне тут еще. Не. Это один сорт. Ой, листья невероятной красоты. Тоже писцы. Сидели в маленьких. Видите, как измельчили листья. Еще мне понравилось, им тут подзамерзли. Вот так вот красиво цветет. Надо будет... Ну, в смысле, я уже пересадила. Надеюсь, вот сейчас вот усы тоже пообрываю. Пусть кустится, как и вот тот кустик будет. Потом у меня есть Aglaonema White Kiwi. Тоже мне дали такой вот отросточек. Ну, вот так и сидит. Вот сидит. И не жужжит. И не растет. Ну, то, что видите, здесь повреждение, это... Матильда пыталась попробовать, но, видать, ей не понравилось. Не съела полностью. То бывали такие моменты поедания цветов. Вот тоже акварельная. Не хочет расти. Не знаю, что с ней делать. Не нравится ей что-то. Вот такая акварелька. Тоже, наверное, пересажу. Что-то ей не нравится. Вот тут уже можно будет эти тоже... И писца, это писца с красивущим листом, таким вот. Это Saritea Magnifica. Железом ее поливала, то видите, там такие листочки, вроде нормально. Вот. Это уже у меня кто? Петилантус варикатный. Тоже хорошо стал разрастаться, видите. Ну, вот против света, конечно, снимать там так-то вообще было бы не видно. Вот такая, ой. Вот такую, что вам покажу. Красоту листьев петилантуса. Вот он, как хорошо разросся. Был тоже маленький такой. Покупала на выставке у Виктории Логиновой. Очень красивый лист. Ну и мой клеродедрон прекрасный. Стоит вот тут в углу. Вон вот такой большой. Видите? Я его вот обрезала, о котором говорила. Так, какие листья большие. Он уже новый нарастил. Видите, опять тянется. Цвести, когда будешь? Я тебе что обрезала? Для чего? Смотрите, какую массу листьев нарастил. Обалдеть. Это цветок? Нет, это листья. Тьфу. Ну, то ты меня не радуешь. Смотрите, это вот клеродедрон. Вот. Тут алоэ вера. Мне давно-давно давала подружка. Тут растет, тоже надо уже пересадить. Думаю, тут тесно. Это кто ты? Все время забываю. Надо купила по ошибке. Думала, у них бывают желтые такие цветы. Это гордыния. Так, что тут? Опа. Ну, он уже испортился. Не зацвел бы. Вот. Не цветет у меня вот гордыня, которую мне подружка давала. Ну вот, не цветет засранка. Расти, растет.
Это Стефанотис, который я покупала также в 7 цветах. У меня почти все цветы из 7 цветов. Ну и кто там дал, отросточки прислали. Посмотрите, уже она мне 2 новые плети нарастила. Вот видите? Вот. Так вот. И новые листочки, посмотрите, они крупнее. Я ее наконец-то помыла, потому что она мне долго цвела. И когда цветет, ее нельзя двигать, поворачивать, иначе она быстро скинет цветы. Ну вот, поэтому... А сейчас не цветет, не страшно. Я принесла, помыла ее. Вот. Вот такой красивый. Давай начинай цвести. Эти еще одну мне понесла растить. Красота моя. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Исполнение желания, что все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Всегда новых встреч. До свидания.